Это же... Это же... Мам... Сережа, у меня прав нет? Садись. Садись давай. Права? Ой. Документы на дом. Акции. Зачем? Мои счета теперь твои счета. Сереж, ты меня пугаешь. И, наконец, главный сюрприз. Па-бам! Свидетельство о разводе. Сереж. Ты лучший. Ну-ну-ну-ну. Мы уже чужие люди. Сереж, ты фантастический мужчина. Ты как будто читаешь мои мысли. О, прочел еще одну. Понял, ухожу. Сереж, я не поняла, ты что, вот так вот уйдешь? Мне остаться? Нет, нет. Просто я подумала, ты такой добрый, щедрый, внимательный. Это что ж, такое счастье достанется другой женщине? Я же не усну от злости. Момент. Спи спокойно, дорогая.